На! Подожди-ка. Дайте мне покою! Подожди-ка. Что им в тягость скажут сами? Мое почтение. Самое время. Люди... Вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга. Не давай нас в обиду. Мы свою в ответе. Графини на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им в тягость скажут сами. Нам видите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. Кто неверным бродит шляхом, мира смертный, бедным ясным знаком, призываем в середину. Ясно слышу, не несутся. Дух наш спешит явиться. Пусть огонь желает жарко. Явись нам в свете ярком! Мечтаем, заклинаем, мы на суд скрываем! Руж повсюду! Ясно слышу, мне не снится, дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко, дух явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу.
Кто ты? Он знает. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцы-убийца. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. Ты понятия не имеешь об их обычаях. Взять его! А людей разогнать! Люди! Не трогайте с места! Круга не разрывайте! Круг повсюду! Слава лица! Он на уме! Вас мучится! Плохо обернулось, плохо! Беда нам! Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Чем грозит кровопролитие? Круг был осквернен. Сюда сойдутся те, кто жаждет людской крови. Если боги смилостивятся, их будет не слишком много, и ворожей все закончит. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надобно закончить яды! Готовьтесь! Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем! Глушь повсюду, тьма рвется! Что-то будет, что случится! Кто-то стонет и скребется, чей-то дух к костру несется. Глушь повсюду, тьма ложится, что-то будет, что случится. Призраки! Святая земля кровью замарана, не можно ритуал закончить. Люди, спасайтесь, бегите, кому жизнь дорога. Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямраз лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать.